по сути. Да. То есть воет сразу в центральную вставай, бахай. Мы с Монаротом будем стоять со стороны квадрата, со стороны креста. И если что, уже, ну, если вдруг на нас будем, мы будем кайтить. Потому что нам, ну, коте проще. Короче, поехали. Сразу вот прям по центру заводишь, чтобы не вставали. Прям под него, то есть. Так. Да-да-да, прям туда вставать, чтобы сразу как появился на бах. Сантей пока тут, Кирс, Войт, еще кто-то Дорос. Парада, Мозер, Алоя, Даркис, Войт. Денчик, кайте. И иди взрывай. Взрывай, Денчик, взрывай. Эликс, Мозер. Денч, блядь. Кто там бегает? Анкил, жди просто. Беги, беги. Танка мало, да, походу? Походу 4 танка должны подбросить. Да, 4, я же говорю. Да, блять, люди в толпе слакают. Я прибежал обратно. Блять, встаньте сразу на ранжу 15 метров. Нахуя вот стоять в одной точке, и вы потом бежите, вы на людей прямо бежите, вам похуй. Вы не видите, куда вы бежите, да? Это не в том проблема, если кто-то начинает выбегать, типа он вообще может один нас под боссом его ёбнет туда. Вы про кого? Про танка, что ли? Да. А что на Денчик, танке вешается? Денчик, их надо взрывать? Конечно, но вешается. По очереди. На лов танков-то вешается. Пианист сейчас тебя шотнул, потому что я первую не вынес, да, тебе урон оттяжку? Да. Ну, потому что я испугался и тоже отбежал, поэтому его шот. Я на 2 секундах только увидел, не успел убежать. Вы не это. Типа танки, которые стоят под боссом, не надо вам. Вы заранее тут берите рейндж между собой. А стаки спадают от удара? То есть... Да, так, стаки... еще раз. Объясняю, что со сферами. Смотрите. Появляются 3 сферы, преследуют 3 человек. Что делать с этими сферами? Первую сферу, когда ты взрываешь, вот кто взрывает сферу, получает 40 тысяч урона, и все остальные в комнате еще 16 тысяч. И на вас вешается дебаф на 5 секунд, который увеличивает взрыв от последующей сферы на 100%. Блять, это как сверхновая на Аларе. Ты взрываешь одну, блять, сферу, ждешь 5 секунд, взрываешь вторую сферу. Типа опять спадает дебаф, ты взрываешь третью сферу. Пиздец, не надо. Со сферой... Сфера преследует человека. Соответственно, блядь, ее можно кайтить, по сути, до бесконечности, если ты быстро прям бегаешь. То есть, пока ты взрываешь, пока, ну, на вас висит дебаф, да, 5 секунд, 2 другие сферы нужно кайтить. Ты уточнил, что на пути сферы кто находится, 10 метров от сферы, он ее взрывает. Да, сфера взрывается только в том случае, если она пересечется с другой сферой, и они столкнутся вместе, либо к этой сфере подойдет человек. Или не подойдет. Просто а если две сферы сталкиваются, то 2 дебафа будет? Да, сразу они в 2, ну, 2 взорвутся. И чё? Урон пройдет до... 20, не 15 тысяч по рейду, а 30. А что по танкам, под боссом, которые? Да там меня просто... Почему? У меня 6 таков было. То, что убило, это я все понял. У меня вопрос другой, про знак чародейский. Вот он на вас кинулся, и что делать? Да ничего, стоим просто дальше. Ладно, вы стоите, а милики как будут бить? Миликам не обязательно стоять в упор к тебе, так, понимаешь? Смысле, он достаточно набрать 15 до мест. До бесконечности же тогда прыгать, нас не прохилят, если мы не будем выносить. Он же до бесконечности будет по нам прыгать. Он стакается? Конечно, он же будет перекидываться с одного... Он взрывается и перекидывается на соседнюю цель. Просто как делаешь? Тяжкий удар прошел, пошел вы. Может как просто... Раз будет время, чтобы вернуться обратно. Он сразу пропадает. А посмотрите, может он диспелится вообще?
Мосса с амуницией. Может, пробовал кто-нибудь просто диспэли? Вынести, так по... Я не видел, чтобы стакался сердейский знак, он просто обновляется. Не, вот в смысле, да. От него вспышка стакается, дебаф, он, ну, вешает. Ладно, сейчас поищем вспышку. Не, ну Миш, ну мало ли. Прости, тоже посмотри вспышку. Да я проверю. Мосса нету. Подтвердил. А здесь какой урон? Всё, он тут. Магический? Тайная магия. Весь урон от тайной магии. Надо эти резисты. Поставьте ауру. Тайная магия? Нету такой. Только все скибов. А, нет. Темно. От аркана нету, да? Жевки только. Да, только жевки. Запрос. Все, все, адмирал. Манкам, походу, надо здесь саппорт собирать. Да, согласен. Там пистон, ну, с обычки, с робота подойдет танк. У меня есть, могу одеть. Там вон этот, Мосса линковал тринкет, который с робота в обычке падает, который делит урон на выбранную цель на 50%. Все, тихо. Забей. Поехал. Смотрите за дебаф. Даркис в раскал. Скоро. Там ты. Даркис, адмирал, Гена, Борус, Вага. Магнетизм на мне. На танке кайте, Мосса. Адмирал, отойди. Два стака, неаккуратно. Монара, зарежь у него. Съел адмирал Кирс. Адмирал, чё ты стоишь? Не вынес тот. Пиздец. Блять, просто так оно уж. Вот, вайп происходит, если кто-то не вынул. Так всё заебет. Видите баф чародейского восприимчивости? Он 9 или 10 секунд висит. Побить. Вот это как сверхново. Босса побить. Попробуйте в кучу встать, проверьте, пушка делится урон, кстати, или нет. Кстати, стаки постоянно эти дебафы вешают. Он помимо этого еще ОЕшку кастует, поэтому там надо ОЕ хилить. Вот пока он так стоит в АФК. Сколько чародейский знак повышает? Ведут. Ничего не повышает чародейский знак, он просто... Он просто по 12к тикает. Ну. Может вообще на его нахуй забить? Не, он не получится, знаешь... забить. Тут много всяких бафов, дебафов, которые повышают урон тайной магии. Это хуёво будет. Сколько? Много это сколько? Как минимум 2. Вот взрыв сферы, один несёт. Ну смотри, чародейский пушка знак... Пушка чародейская на 50%. По 2000 тикает в секунду. Тогда мы бы до пушки еще не дошли. Как пушка работает? Пушка, он тебя атакует этой пушкой, наносит урон от тайной магии 40 косарей и вешает дебаф на плюс 50% от тайной магии. И так до 10 стак. Отлично. А кого атакует он? Ну, по агру, по-моему. Кто агро держит. По агру, да? Ну вот на танках от тяжкого удара дебаф еще висит, и там по 92 капли. Ну вот получается по 3 дебафа. Это пушка, это тяжкий удар и это взрыв сфер. Принятие альтернативных мер. Просто можно на рейнже заранее стоять сразу 15 метров и все, и со знаками проще будет. Не, хилам будет хуёво усилить. Ну, распределить хилов можно вокруг босса, да, стать кругом. Не, и по поводу сфер тоже будет печально все. Смотри, да, вот это он дошел, пошел заряжаться. Хлоп, хлоп. Ага.
Насчет дамаг. Типа урон проходит, смотрите. Линкните мне зад. Адмирал. Кого? 12 тысяч там. Там 12 тысяч, да. Сейчас. Да, смотри, короче. Давай как делать. А, похуй, не будем. Ну, я больше тратить не буду пока что. Я примерно все сейчас посмотрел, рассчитаю. Я тоже сейчас сижу, пишу. И сначала я теперь знаю хоть что тут. И сейчас сижу, исправляю их недоброе. Что, можно тело покидать, да, тогда? Смотри, да, Леха, встаньте там ведь шаманов поднимите. Смотри, нам как можно нужно делать. Портал, верно. Пожалуйста. Мы ставим... Смотрится, придем, и нормально будет. Смотри, мы ставим босса сразу к тигелю, к центральному, да? Там выходит... из тела, бой вешает. Там появляется сфера, одна сразу хлопается, да? Что вы? Слышишь, пенис? Подожди секунду, все, траи закончились, этот... Вага... Что-то надо начислять. Дай лидера. И кончу. Ваги? Мне, блин, ваги. Я покикаю сразу некоторых этих. Ты кажется, покикаешь. Учись. Так, кого-то убираю. Пора. Короче, у них тут ДБМ работает так, что он просто как... Он работает не функцией, он спалил каст, он говорит сообщением в чат. А я делал все по-другому, ну, на том же Ларе. У меня именно функция, которую можно включить, отключить или что-нибудь с ней поменять. Че, керс? Кикал, все. И вот сейчас их сообщение, блядь. Сколько, Лёх? Переделывать это ебануться сколько. Хотя не полторы, какие полторы, 1к хватит. Смотри, Лёха, делаем одного ловца, да, друида, а босса ставим сразу к центральному тигелю, как появляются три сферы, одна сразу взрывает, неважно там от кого она взрывается, да? Вот РДД. Понимаешь, сферу можно взорвать как, типа, просто к ней подойти другому человеку.